Да у нас, да, тут у нас наш, в нашей стране говорок отличается конкретно. Вот мы только недавно вспоминаем. На прошлой Одессе. Я вышел на улицу, а там чуваки какие-то одессы, ну, которые были в клубе, и они там: о, чувак, круто играете вы там, это что-то. И мы начинаем говорить, и я начинаю разговаривать, один другому говорит: бля, как он смешно разговаривает, там, понимаешь, ну. И опять тут же вот подтверждение, вот позавчера, ну, товарищу у меня из Днепропетровского житя. Вот он уехал, вечером мы созваниваемся, доехал или нет. Он со мной разговаривает, а мне кажется, что это, ну, тоже из Днепра, но другой человек. Я такой понимаю, что, блядь, насколько похожа вот эта интонация в речи, в этой говоре, что звонит мне Валера, а мне такое ощущение, что я с Будулаем разговариваю. Знаешь, вот прям говор емонный вот этот. И я понимаю, что, а, блядь, это вот этот Днепропетровский говорок все-таки, блядь, ну, присутствует тут. Это однозначно так. У нас в Харькове можно различить ХТЗ, центр, там, или... Ну, зал пока там вообще намешано. Ромыч, расскажи про проспект Гагарина. А, да. Гагарин. Расскажи. Да, ну, это я на Урал когда ездил там. Я тогда еще не понимаю этого. Они, знаешь, ну, местные пацаны там. Уже я познакомился, уже как бы мы дружим, общаемся. Там, они мне все заебывают. Там, скажи огород. Я там огород, они Гагарин. Ну, чего я ржу все время? Ну, а потом, когда, я там что-то, ну, 3 месяца реально там был, ну, все лето. Я приехал в Харьков, пацаны тут же отметили его. Ну, я уже приехал, чего вот это начинаю, ну, я начинаю говорить уже вот это по-уральски, знаешь, вот этот говорок у меня появляется там. Эти на меня смотрят дома, уже, знаешь, что, я там, а что, как ГГ, они там, а-а-а, там ржут с меня тут. Короче, смеялись на того, Ромыч, да, соответственно, идут. Да, эти говорят, а какая у вас центральная улица? Ну, я уже понял, что они меня, чему они меня там дают. Они ждут. Да, я уже их там начинаю, улица Гагарина. Гагарина. Или Гагарина, например. Гагарина. Тетялин. За Гагарина. Даже мне порядочному человеку и убежденному семенину пришлось мирно. Сюда заходим, если мы с Сашей, который у нас там сейчас клиентом живет. Я захожу, говорю, бля, такая квартира, говорю, как у Жени. Точно такая же. У Жени ночевал когда-то, говорю, один в один, говорю, второй этаж, так это. Говорю, ты был вообще у Жени дома? А он стоит, нихуя не поймет, а рот открыт. Так это Женина квартира, блядь. Похоже, там же прям вообще один в один так сделано. Да, серьезно, а куда это? А вот пакет. О, тут же водочка была.